На пожары у Бобруйском районе загинул 46-годовый мужчина. Пожар отбылся у приватном жилом доме у вёсцы Шаткова каля 6 годин раницы. Когда выратывальники прибыли до места здарения, будинок горел изнутри, было шильное задымление. По часу ликвидации узгорания сотрудники службы 101 нашли у покоя каля ложка тело господара. Специалисты меркуют, что здарение могло отбыться за неосторожности при курении.